О гоголевском Вее существует огромная литература, однако вопрос о связях этого персонажа с традиционными народными представлениями во многом остается непроясненным. Самым загадочным остается его имя, которое так и не было зафиксировано в народной традиции и не получило общепризнанной этимологии. Единый прямой источник происхождения Вее также не установлен при несомненной его фольклорной природе. Но накопилась уже целая коллекция мифологических персонажей, обладающих набором признаков, роднящих их с гоголевским Вием. К ним относятся один былинный и несколько сказочных персонажей типа Кощея, святой Касьян в народных поверьях, шелудивый Буняк в украинском фольклоре и некоторые другие. К этим параллелям я бы добавил еще две. Первую я обнаружил в Полесье, где в 1985 году в Кобринском районе Брестской области записал вот такой рассказ. «Я была, поломала позвоночника, меня завезли в больницу, и первый день завезли, и я лежу и думаю, доколь буду так лежаты. Месяц видно в палате в ночи, является мне чудовище, женщина часов у 11, начало 12-го. Лицо у ее такое велико, як сито. Сама била, волосы белые, губы черные, и рот такой широкий, а руки в зад заложены. И помаленьку так до мене нагинается до лица, а веи в глазах, як по мазки. И тими веями, як шмарнула мне по лицовы, я хотела кричати. Нет, думаю, нароблю тревоги. Як думаю, руки буде протягати, тоді буду кричати. И перетерпела. Вона одогнулася и махнула взад руками. И десь поделась. В ранку дают мне завтрака. Я рассказываю. Одна женщина, Катерина, звати, каже, Степочка, ще ты не умрешь. Это твоя смерть приходила. Но она, каже, тебе не взяла. Это было в 57-м році. 12 сентября было видение такое. Вот этот весь рассказ. В этом тексте две детали, сходные с веем. Огромные, как помазки, веи, то есть веки с ресницами величиной с малярную щетку. А у вея они опускаются до самой земли. И мотив смерти. В быличке смерть как мифологический персонаж, а у Гоголя вызываемый мертвецом из загробного мира вий, засыпанный землей и с подземным голосом, при виде которого хама от страха попадает в мир мертвых. Тема смерти подробно разработана Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в работе категории видимого и невидимого. Любопытная деталь в Полесском рассказе, к которой я еще вернусь, огромное лицо смерти наподобие сита. Вторая параллель скорее не к Вию, а к очень близкому к нему фольклорному образу святого Касьяна. По поверью крестьян Полтавской губернии, Касьян неподвижно сидит с ресницами до колен, не видя Божьего света. Ресницы и веки в языке могут обозначаться одинаково. Раз в 4 года, 29 февраля, в его день, ему поднимают ресницы, и на что он тогда глянет, то погибает. Связь Касьяна со смертью отражена в представлении о нем как привратнике ада и в поговорке «Касьян все косой косит». С Вием Касьяна объединяют огромные веки, поднимаемые с посторонней помощью, губительная сила взгляда и символика смерти. Известны пословицы «Касьян на траву глянет, трава вянет, на скот дохнет, на что не взглянет, все вянет». И вот эти-то словесные формулы характеризуют в фольклоре не только Касьяна, но и невесту в промежуточной фазе обрядового перехода, когда она уже не девушка, но еще не жена. В белорусских и украинских свадебных песнях люди в церкви не узнают обвенчанную невесту. С этим, кстати, связана и этимология слова «невеста» как «неизвестная». А матери жениха сообщают, что ей привезли некое демоническое существо. На народ як глядит, так народ аж вянет. Обычай скрывать вредоносный взгляд невесты известен у болгар. Во время венчания, в момент открывания лица невесты, она могла сглазить окружающих, поэтому вначале должна была взглянуть на гору и лишь потом на людей. Невесте закрывали лицо и запрещали смотреть вдаль, особенно на посевы, опасаясь неурожая, полагали, что все, что она увидит, посохнет и увянет. Поверье о сглазе вообще очень популярны у южных славян.
этим материалом, собственно, и исчерпываются те параллели к ВИУ, которые я мог предложить. Но я попытаюсь еще вписать их в общую картину сходств и соответствий, сложившуюся к настоящему времени, и оценить роль отдельных мотивов и признаков, объединяющих ВИА с рядом других персонажей. Кроме Касьяна, близкое родство с Вием обнаруживается у Шелудивого Буняка или Буньо. В западноукраинских исторических и топонимических преданиях, легендах и сказках он фигурирует как предводитель Орды, татарский паша, батый, богатырь половцев, как шелудивый разбойник со своим войском, как некое воинство, насыпавшее своими башмаками землю в курганы, как ворожбит татарин с печенкой наружу, с паршивой головой и открытым брюхом, людоед с внутренностями наружу, украинский герой с потрохами наружу, убитый поляками в 1663 году, и, наконец, как сказочный герой, претендующий на руку царевны. У этого персонажа длинные веки до земли, огромные густые брови и взгляд, который убивает человека, сжигает город, и от которого сам Буняк, увидев себя в зеркало, проваливается или врастает в землю. В волынской сказке-легенде у него огромные веки и взгляд, позволяющий видеть даже невидимое за 100 миль кругом. Прототипом Шелудивого Буняка был половецкий хан Баняк, о приходе которого к Киеву сообщала Лаврентьевская летопись под 1096 годом. «Приди Баняк безбожный, Шелудивый, хищник к Киеву». Вия и Баняка сближает еще и волчий вой. У Гоголя появление Вия предваряется волчьим завыванием, а в летописях поволчий воет перед битвой с уграми хан Баняк. Известно, что волк был почитаем как тотемический символ у половцев и у многих других тюркских народов, и, кстати, также у предков осетин. К ближайшим родственникам Вии можно отнести также былинного и сказочных персонажей. В уральской былине мамающую поганому отцу соловья-разбойника поднимают брови, закрывающие глаза. В русской сказке «Иван Быкович» 12 богатырей поднимают железными вилами длинные ресницы и густые брови мужу ведьмы. В сказке из Пермской губернии семеро детей львят подставляют железные вилы под дочь царю льву, чтобы он узнал своего спасителя Василия Царевича. В сибирской сказке семерные дети поднимают семерными вилами тяжелые брови Кощею, желающему увидеть неугомон царевича. В вятской сказке богатыри семерыми вилами поднимают брови идолу Идолычу. В белорусской сказке вилами поднимают брови царю Прожору. Фольклорная основа слов «Вия» «поднимите мне веки, не вижу» подтверждается аналогичными словесными формулами сказочных персонажей. Кроме сказок, вилами железными или золотыми поднимают веки Шелудивому Буняке в подольских и галицких преданиях и в волынской сказке-легенде. И лишь Касьяну ресницы поднимают лопатой и крюками. Вячеслав Всеволодович Иванов обратил внимание на железо как важный атрибутивный признак некоторых объектов, описанных в текстах. Вспомним железную голову и палец, железный палец у Вия, а в фольклорных текстах «железные вилы» и «железную кровать мужа ведьмы». Эта деталь дала возможность Иванову сопоставить Вия с осетинским великаном Ваюгом, который открывает железные ворота мертвых. Однако изложим тему иранских соответствий по порядку. Первым был Абаев. Он пришел к выводу, что образ и имя Вия соответствует иранскому богу ветра и одновременно демону смерти Ваю, от корня «ва» – «веять». И реконструировал славянско-языческое божество «Вей» через «Ять», прославянская форма, имени которого, восстанавливаемая на основе украинского «Вий», безупречно отвечает индоиранскому «Ваю». «Вей» по Абаеву – не заимствование из иранского, а индоевропейское наследие, как и «Ваю». Продолжением древнеиранского «Ваю» Абаев считал имя осетинского одноглазого великана Ваюга, привратника загробного мира. В осетинских сказках и эпосе Ваюги аналогичны людоедам в русских сказках. Сравните упоминавшихся выше Кощея и Шелудивого Буняка в виде людоеда или обтянутого кожей скелета с открытыми внутренностями. В 70-е годы гипотеза Абаева получила опровержение в работах Трубачева и Иванова.
Первый из них отрицал семантическую общность между украинским «ви» и иранским «ваю» и рассматривал «ви» как обратное производное от украинского «ви» – «вия» – «ресница». В качестве возражения против этой, казалось бы, убедительной своей прозрачности этимологии укажем на то, что в славянских языках мы не найдем такого способа номинации мифологических персонажей. Я имею в виду обратные производные от названий, мотивированных частями тела, чего нельзя сказать об отглагольных наименованиях. «Вей», как и «суховей», «отвейте», ну и можно привести пример названий демологических персонажей от глагольных. Иванов признавал связь между «вием» и «воюгами», но, как и бенвенист, не с богом ветра «ваю», и привел дополнительные аргументы в пользу этого сходства. Один мы упомянули – это связь с железом. Второй касается слепоты и одноглазости потусторонних персонажей. Одноглазость воюга и деформация органа зрения у вея, то есть веки, закрывающие глаза. Однако, по мнению индоиронистов Грантовского и Бонгарт-Левина, эта общая черта у осетинских воюгов и вея не только не противоречит, но даже подтверждает их генетическую связь с амбивалентным иранским ваю. По зороастрийским данным, злой ваю сторожит душу умершего вместе с демонами загробного мира, напоминающими всю ту нечисть, окружающую Вия, которую столь красочно описал Гоголь. В последнее время новые аргументы для реабилитации гипотезы Абаева выдвинул петербургский индолог Васильков. Он показал, что двойственность Вилы, ваю как божества ветра и смерти вполне возводимо к индоиранскому уровню, и что индоиранского ваю сближает с вием его смертоносный взгляд. Согласно пехлевийским среднеиранским текстам, когда ваю касается рукой человека рукой, это сон. Кстати, мотив касания руками важен и в Полесском рассказе о явлении во сне смерти, который я привел. Когда он бросает на него свою тень, это лихорадка. Когда же он видит его своим оком, то сокрушает его душу, дыхание. К подобным персонажам иранского происхождения можно было еще добавить дьявола в болгарских богомильских текстах. Он испепеляет всех, кто посмеет взглянуть ему в глаза. Васильков приводит интересный археологический факт. На Кубани, в майкопской культуре, которую можно связывать с индоиранцами, в инвентаре гробницы были найдены бронзовые вилы, а на стене изображение божества смерти с чем-то вроде решетки вместо лица. Вилы заставляют нас вспомнить об орудии, которым поднимают веки фольклорным персонажам, а решетка вместо лица, о голове как сите, у смерти в Полесском тексте. В народных представлениях сито или решето может представлять собой некую символическую преграду, отделяющую мир живых от мертвых. Так в Заонежье детям во избежание смерти не позволяли смотреть сквозь сито, опасаясь, что их безгрешная душа свободно пройдет сквозь него на тот свет. Верили, что сквозь решето можно увидеть покойника на сороковины. Характерна также связующая роль решета между двумя мирами в украинском рассказе «Обмиравшей женщины» о том, как она переплывала на тот свет через большую реку на решете. Далее Васильков существенно дополнил славяно-иранские соответствия балтийскими. Это литовское и прусское божество ветра, название которого «веес», «веопатис» и другие тоже связаны с глаголом «веять», как «ваю» и «ви». И, кстати, связь между «веесом» и «ваю» отмечает и Греймос в той книге, которую мы только что издали, на 151 странице. Балтийский бог ветра тоже отмечен двойственностью. Его голова, обитая железными обручами, напоминает железную голову Вия. Мотив слепоты воплощен в слепом старике, стерегущем бочонок с запертым в нем ветром. Интересно, что и Касьяну, Касьян держит ветры за всевозможными запорами. Наконец, в предании о Вейесе говорится о двух великанах, стоящих у врат рая, подобно осетинскому великану Ваюгу. У балтов
Балтов, великан Веяс, сдувает грешников Сусского, как прутик моста, и они падают в реку кипящей смолы. В древнеиранской мифологии это мост Чинват, по которому души проходят в потусторонний мир. Божество ветра в его злой ипостаси мешает перейти мост грешникам. Под ними мост сужается, и они падают в ад, пустынное место под мостом. Добавим, что в сказке «Иван Быкович» среди многих ее архаических черт тоже имеется такой же мотив. И, кажется, на него не обращали внимания. Когда старику, мужу ведьмы, подняли вилами ресницами, он увидел Ивана Быковича и решил отпустить его на белый свет. Но герой предложил состязание – пройти по жердочке через глубокую яму. Под Иваном Быковичем жердочка даже не прогнулась, а старик дошел до середины и полетел в яму. Помимо иранских и балтийских, едва ли не самым поразительным открытием оказались кельтские параллели, впервые замеченные еще Сумцовым. Причем надежно установлено, что Гоголь этих сюжетов знать не мог. Иванов показал кельтские аналогии к Вию по признаку деформации органов зрения, но не считал их общими с древнеиранскими. В саге «Островных кельтов» говорится о великане Балоре, которому века с его дурного глаза поднимали на поле боя четверо воинов древком копья, и он истреблял вражеское войско своим смертоносным взглядом. У валлийских кельтов Балору соответствует другой великан, вождь великанов, которому веки поднимали вилами. Совпадение вил в древневалийском тексте и в восточнославянских сказках и преданиях не может быть случайным. Приведенные аналогии дают в итоге кельты, славяна, балты, иранскую параллель. Это демон смерти, часто великан, с деформированным органом зрения и с магическим, смертоносным или всевидящим взглядом, связанный с железом и с неким железным орудием, чаще всего вилами. Он отличается еще особой головой. Она железная, увия, огромная, как котел или горшок, искованная железными обручами у литовского бога ветра, огромная, как сито у полесской смерти, отрубленная, но живая у украинского Буньо, пробитая, но живая у валлийского вождя великанов, деформирующаяся так, что глаз перемещается на затылок у кельтского Балора, с двумя лицами у древнепрусского идола бога ветра, либо же голов несколько, трех, семи или девятиголовый воюги у осетин. У этого демона есть мифологические персонажи сходной породы в других индоевропейских традициях. Древнегреческие киклопы и горгона-медуза, германский вотан, индийский шива. Однако возводить родство этих персонажей к индоевропейскому уровню, как делал Абаев, вряд ли правомерно. Скорее следует согласиться с точкой зрения Василькова, что распространение мотива «Вия», «Веяса», «Ваю» произошло благодаря соседству разных народов, предположительно между вторым веком до нашей эры и IV-V веком нашей эры, когда славян окружали с юга иранцы, на севере с ними соседствовали балты и на юго-западе примыкали кельты. Спасибо. Там, где вы упоминали волков, вот там, может быть, можно было бы добавить ссылку на Стива Викандера. Знаменитая книга 30-х годов о молодых людях, которые путешествуют в том числе под волчьим знаменем. И дальше это перетекает в тему мужских союзов и вот такого рода безобразия. Об этом недавно была опубликована кандидатская еще диссертация Юрия Викторовича Андреева «Древнегреческие мужские союзы». Вот это волчье сопровождение, оно как бы отдельным мотивом может быть. Вот, но это единственное, а так просто еще раз большое-большое вам спасибо. Просто исходите от поговорок. Например, кот волком вой, это вообще ситуация, где находится герой. Кот волком вой. Да, а потом еда. А вообще отвечает Хеку. Вы помните, что в церкви. И появится, ну, там говорится, я сейчас уже писала, где там кто. Приведите ви, да? Это не позовите попа, да? И приедет ви, и вообще это его
он смотрит в глаза Вия и видит себя, его душу, понимаете? И он раскается, потому что признает все его грехи, да? И умирает. Это вообще... Я бы хотела посоветовать еще одну книгу Дениса Расаускаса, которая называется «Вейюкас». Думаю, что это прямо к теме.